Следственного комитета допрашивал меня 3 раза. Вот. Но так обвинение мне не объяснило, какое нарушение обязанности я допустил. Вы себя признаете виновным в предъявленном вам обвинении? Ну, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Понятно. Скажите, пожалуйста, что же вы нарушили при оказании услуг, предоставляемых гимназией номер 5? Понимаете, мне так как бы сторона также, опять же, обвинение не объяснила, что я нарушил, что привело к такой трагедии гибели детей. Вы затрудняетесь ответить на этот вопрос? Затрудняюсь ответить.